последнее время жизнь Ольги Бузовой похожа на минное поле. 5 декабря телеведущая наконец-таки подает на развод, а ее почти экс-супруг Дмитрий Тарасов в это время исправляет татуировку, которую однажды набил в знак любви к Бузовой. И это еще не все. Ольгу накрыли новые неприятности. Теперь весь интернет обсуждает ее тайные переписки и рассматривает пикантные фотографии новоиспеченной шатенки. Вся страна узнала и про странные взаимоотношения с Дмитрием Нагиевым, и о финансовых проблемах телеведущей, и о том, как алкоголь помогает решать проблемы. Тарасов, воспользовавшись ситуацией, вдруг стал обманутым и преданным. Звезды шоу-бизнеса – люди все-таки с большим сердцем. Поэтому многие Олю поддержали и поделились секретами. Как лучше всего спрятать содержимое телефона от посторонних глаз. Зачищать свои аккаунты, зачищать свою личную жизнь, уничтожать переписки, не знаю, фотографии какие-то. Не делать какие-то компрометирующие фотографии, например. Но есть среди артистов и более прагматичные люди. В обманутые чувства, например, не верит певица Слава. Они, наверное, специально и теряют, и, наверное, специально их взламывают, потому что они больше ничем интерес к себе не могут подкрепить. Сама Бузова, похоже, давно не заморачивается на то, что творится вокруг. Главное, ее дебютная песня по-прежнему в топе iTunes, а ее имя украшает все заголовки глянца. У Оли сейчас трудный жизненный период, так что музыка, она всегда помогает людям как-то переживать что-то в жизни и выплескивать свои эмоции.